Казахстанец Ерназар Жубан покорил жюри международного конкурса исполнителя эстрадной песни «Славянский базар». Ерназар Жубан, Казахстан! Пробиться на конкурс Ерназар пытался несколько лет подряд, и в этом году ему это удалось. Исполнив композицию «Подберу музыку», он завоевал 69 баллов из 70 возможных. Таким образом, наш земляк по праву стал обладателем первого места. Помимо специальной премии «Лира», он получил денежный приз в размере 7 миллионов тенге. Победу на «Славянском базаре» Ерназар посвятил своей стране. Отмечу, на родине начинающий артист уже не раз одерживал победы в различных конкурсах. Сегодня в столичном аэропорту Ерназара встречали близкие, друзья, поклонники и наша съемочная группа. Я испытываю приятные ощущения от победы, так как мечтал об этом 6 лет. Во время участия в конкурсе почувствовал большую ответственность. Я постарался максимально выложиться. Сейчас думаю, что осуществил свою мечту. Дальше планирую активно принимать участие в международных конкурсах от имени Казахстана. Оценивали выступления конкурсантов известные певцы, продюсеры из России, Молдовы, Мексики, Дании и Болгарии. Международное жюри в этом году возглавила народная артистка Роза Рымбаева. По ее словам, исполненная артистом песня была одна из самых сложнейших. Я всегда горжусь за наших певцов. Какие бы певцы у нас ни участвовали, они всегда побеждают. Самое главное – музыкальный уровень. Конечно, публика очень высоко оценивала и бурно-бурно его принимала. И действительно, сегодня достойный лауреат. Я думаю, что в будущем еще столько у него будет красивых песен. Настоящее творчество, настоящего большого музыканта он покажет. Я в этом уверена.